Ну что, посмотрим еще очередную посылку, пришедшую к нам. Опять же, с Таобао. Эту посылку я уже вскрыл, потому что боялся, что же она, почему она такая мятая, да? Но сейчас мы с вами все еще раз подробненько посмотрим, достанем. Бывает, что вот приходят вот, вот так вот, да? Вскрываешь, и вот такая вот замечательная, ровнехонькая вся, абсолютно. Нигде не покоцанная, красивенькая. Коробочка наша замечательная. Да? Ну. Так. Но. Давайте откроем. Мы открываем и видим тут обувь. Обувь приличная, интересная. Вообще классная. Такая как под змеиную кожу. Ну это вообще где-то есть? Вроде как кожа. Да, это кожа. Хотя, ну, 100% гарантии я не даю, что это кожа. Сейчас такие мастера китайцы, что они могут и почти как кожу сделать. Ну, вот если сами смотрите, вот видите качество, да? Касаемо вот выполнения, ну, видно, что это, ну, не суперфабрика. Не на суперфабрике сделано было. То есть вот эти вот кусочки краски везде заляпанные, да. То есть если покупаешь Nike качественные, то есть таких вот забелов нигде нету. Вот. Ну, по коробке даже видно, что это не супер качественное изделие, да, не супер качественный завод, потому что Денпи какой-то. То есть я первый раз такую фирму вообще слышу. С ней сталкиваюсь. Ну, вот этот выполнен поаккуратнее. Ну, все же, да, видно косяки. Вот краска сама. Вернее, или клей даже. Да, это клей. Сделано, ну, не очень качественно вообще. Так, на первый взгляд, очень красивая обувь. Но я думаю, все равно будет привлекать взор людей, которые увидят эту обувь на человеке, который в ней будет прогуливаться, да? В принципе, замечаний особых нет, можно носить. На ощупь она мягкая, резина подошва, то есть тоже мягкая, не знаю, как она будет на стирание, да, но в принципе носить можно, одобряем. Всем спасибо, оставляйте свои отзывы, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и мы будем вас оповещать о том, что происходит, что к нам приходит, да, и что же делают китайцы. Всем спасибо.